Здравствуйте, мои дорогие грешники. Меня зовут Лазарус, и я искатель паранормальных явлений. Сегодня я вам расскажу, а точнее даже покажу, множество историй людей, которые столкнулись с паранормальными явлениями. Но это не какие-то там банальные призраки или еще что бы то ни было. Эти призраки обитают среди нас. Эти призраки гуляют среди нас. Эти призраки могут появиться к вам в любой момент, если вы спуститесь в московское метро.